друзья, всем привет, с вами как всегда Робзи, это совершенно внеплановый ролик, я не знал, что это произойдет, но посмотрите на правый верхний угол, там горит восклицательный знак, вот реально, попробуйте угадать, что там находится, хотя нет, по превьюшке и по названию вы уже прекрасно догадались, но я не знал, что это будет, я сначала увидел, подумал, ну скорее всего мои соклановцы что-то в клубе сделали объявление какое-то, но нет, я зашел во входящий и увидел вот это. Вы получаете скин «Красный дракон Джесси». Это просто жесть, ребята. Примерно час назад я уже должен был его получить, но я только что заметил. Я не знал об этом. Получается, я получаю раньше всех. Ну, возможно, какие-то другие тоже официальные ютуберы получают. Но, блин, это прикольно. Кстати, этот скин будет у всех 9 июня. А я уже могу за него поиграть, и это не сервак разработчиков. Окей, ребят, давайте я сейчас забираю этот скинчик, а вы, ребят, прямо сейчас ставите лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и, внимание, обязательно вводите код автора Робзи, пожалуйста, это для меня офигенная поддержка. Итак, заходим во входящие и забираем просто бесплатный скин на красного дракона Джесси раньше других. Вы посмотрите на эту красавицу, я хочу сегодня за нее сыграть, я хочу посмотреть реакцию людей, которые, понимаете, смотрите, вот этот скинчик, раз, и все. Просто реакция людей, как они будут обращать внимание на скин, на которого еще нет в игре. Да, вы его тоже получите 9 июня, ну только 9 июня. И, кстати, друзья, сегодня будет еще один невероятно крутой ролик. Это делаю вам, ребята, серьезно, спойлер. Будет ролик, в котором будет происходить розыгрыш на Нани. Ролик выйдет немножко позже, поэтому не пропускайте. Офигенный видос, там крутой контент, ребята, там просто пушечка. Я приготовил для вас сказку. Итак, что мы делаем? Мы, конечно же, заходим с вами, допустим, в ограбление. Почему бы и нет? И посмотрим, как люди будут реагировать. То есть на скин, которого еще в игре нет, а у меня он уже есть. То есть смотрите, ребята появились. Обратят ли они внимание? То есть смотрите, как дела? Как дела? Как вам скинчик? Они вообще не обращают внимания. Эй, вы видали такой скин? Такого в игре, дружище, нет. Понимаешь? Такого в игре нет. Так, здесь у нас кто пошел? Ой-о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 й. Так, так, тихо-тихо. Кого? У него же гаджет! Я забыл! Я забыл, что у него есть гаджет, понимаете? Наших всех убили? Какого черта? Как они это сделали? Так, вот этот Брок довольно-таки мощный пацан, поэтому нужно каким-то образом идти воевать с ихним сейфом. А здесь кто защищает? Кто защищает сейф? Кто защищает сейф? Так, а, все, я вижу, кто защищает сейф. Так, смотрим, ставим, ставим, тихонько, тихо. Блин, все-таки успел он вынести мою пушечку. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты что, решил покрутиться? Решил покрутиться? Блин. Я же умру. Блин, немножко не хватило. 67 у нашего, точнее 67, мы снесли. Они убейте Брока, ей-богу. Вы чего? Ладно, я иду помогать. Я просто автоатачу. Такая себе помощь, если честно. Да блин, то блин, вы можете. У нас получается Бул, у нас Роза. Они не могут снести Брока. Ну, это все. Это ГГВП, изи. Изи катка, только не для нас. Блин, мне скин не помог. Ну, посмотрите, какой прикольный. Не, скинчик классный. Скинчик классный, но плохой. Скинчик классный, но плохой. Почему? Я сейчас вам все объясню. Я уже говорил, когда выпускал ролик с этим скином, это был на сервере разработчиков я играл, но в нормальной игре я еще не играл с этим скином. Я думаю, что никто с этим скином еще не играл. Ну, сами разработчики, возможно, и какие-то еще ютуберы. Но, блин, смотрите, ребят, как вы смотрите на такой скин? Но они вообще не обращают внимания. То есть, неужели людям пофиг на скины? Да ну, быть такого не может. Так, там у нас получается Рика, и там у нас идет кто-то еще. Надеюсь, пацаны, вы там справитесь каким-то образом. Так, наши умерли, наши убили. Так, все, заходим, начинаем, начинаем. Так, так, Эльпримка. Хорошо, хорошо, хорошо. Тихо, тихо, мне бы ульт набить. Мне бы ульт набить, да и пробить немножко. Спаси, спаси, Динамайк, боже мой. 44 на 30, так, нашему сейфу очень плохо, а, нужно помогать. Нужно помогать пацанам. Так, подожди. Капец, ну его вообще возможно убить, этого толстого кабана? Он сейчас побежит на нас. Так, тихонько, пробили еще немножко, бросаем сюда ультецкий. Все, наша немножко под защита. 10%, 10%, 10%. Да ну капец,
Я две капки подряд сливаю. Да какой-то невезучий скин. Да ну его в баню. Мне не нравится. Я не хочу играть за этот скин. Мне не нравится этим скином играть. Ну, может быть, я не в тот режим пошел? Нет, но я выиграю. Я все равно еще раз пойду. У нас просто пацаны какие-то странные. Куда-то ушли с кем-то. Вон, у них тоже Джесси. Но у меня-то скинчик получше, понимаешь? Смотри, у вас скин какой-то там рыцарь Джесси. А у меня красный дракон Джесси. То есть это вам просто... Это вам не шутки шутить, понимаете? Это красный дракон. Дракон. Вот, так, не попал по красному дракону никто, никто не попал, а теперь я попал, тихо, тихо, кого, опять убили, да блин, вот тут где-то роза, нашего сни... а, мы тоже сносим сейф, окей, хорошо, так, добили, ой, как же больно Эмс пробивает, так, давай, ставим жесть, замедляем, пока, ну, так, такие от нас не уходят. Так, снова набиваем ульт. Тихо. Раз. Два. Ставим вот здесь ультец. Тихо. Блин. Ну, пока нормально. Ну, пробили. Мы больше снесли. Так, а где здесь кто? Наши отбились. Красавчики. Надеюсь, мы выиграем. Может быть, хотя бы разочек, а то просто уже задолбался проигрывать. Так. Ой-ой-ой. Сейчас меня убьет. 200 хп. Одного выстрела не хватило. Где выходили? Так, давай, пробивай. Так, нужно убивать эту Джесси. Нужно убивать ее пушку 100%. Так, меньше автотачим. 61 на 27. Так, давай. Ставим розу, замедляем. Пушка. А пушку уже снесли? Куда пошла наша Бия? Зачем? Зачем ты, Бия, ушла? Нет. Прошу. Не уходи, Бия. Не оставляй меня с этой розой. О, нет, минус, прощайте, нас Бия бросила. Ну вот, вот вам сила рандомов, понимаете, сила рандомов. Она просто взяла и ушла. Я сколько уже? Я 25 кубков слил уже сегодня на этом режиме. Но я добьюсь, я хочу все равно за эту Джесси прок... Я уже ненавижу этот скин, Почему ненавижу? Он изначально мне не нравился. Нет, скин красивый, но не для такого события. Скин приурочен выпуску официального Бравл Старса в Китае, то есть релизу Бравл Старса в Китае. И мне кажется, ну слабоватенько для такого события такой скин. Допустим, недавно был скин Джина, там просто пушечка, понимаете, там просто невероятно крутой скин. Они что, пошли бить наш сейф вот так вот? Ну ладно, мы сейчас Мортисом покажем, как надо бить сейф. Или не покажем. Так, смотрим. Так, тихо. Ой, хорошо снесли. Наши отбились. Так, вроде бы. А, там Макс! Я понял. Я немножко отхожу в сторонку. Так, хорошо. Бросаем ультецкий. Так, замедляем Макс. Наваливаем. Ну. Не перезарядился атака. 48 на 47. Мы выходим немножко вперед. Пацаны отдефались. Ну давайте, одну каточку затащите мне хотя бы. Я уже задолбался кубки сливать. Где все враги? Ага, все вижу. Вижу. Меня снесли. Мортис должен быть на защите. Так, отлично. Мистер Апи, мы должны снести по фасту. Мистер Апи снесли. 39 на 34. Мы пока в плюсе. Мне нужно как-то добраться до их базы и кинуть туда пушечку. Пушечку кину, чтобы было прям вообще... Просто вот по топу. Раз, два, все. Давай, моя пушечка навалит. Давай, отлично. Ну, пацаны, нет. Нет. 15% на 11. Мы должны как-то прорваться и разочек. Хотя бы разочек стрельнуть. Один разочек, второй разочек. Так, давай, плиз. Раз, два, три. Мы убиваем. Убиваем этого пингвинчика. То есть не убиваем этого... Так, тихо. Нет. У меня пропадет. Я успел. Нет, я не успел пушку поставить. Ну, прошу. Защищайтесь. Пацаны, защищайтесь. Так, вроде... О! Фух, я вынес двоих только что, заметили? Я просто вынес только что именно двоих сразу. Так, выносим пушку. 15 на 9%. 24 секунды. Замедляем. Нет, они прорвались. Нет. Да ну в баню, я не хочу играть за этот скин. Он дурацкий, я за него проигрываю. Я не хочу, все. Я, ну, практически выполнил, кстати, квест. Ну, хоть одна радость, квест выполняю. И посливал клубки зато на Джесси. Неплохо, ну а если мы сыграем, допустим, Броубол на Джесси, пойдем Броубол за новый скин, как ребята отреагируют? Я сыграл сегодня 4 катки. Или 3, или 4, не помню. 3-4 катки, и все из них я проиграл. Так,
Ну, начинаем фармить. Там у них вообще пайперов и кашет. Это нам как бы в плюсик. Это нам прям очень хороший плюсик. Мы ставим здесь пушечку. Ну и, в принципе, пушечка разносит пайпер. Мы сейчас разносим этого. Где мяч? А мяч вот здесь. Давай. Нет, нет, не успеешь. Занеси, братишка. Ну, что ты делаешь? У нас тоже... А, у нас тоже Фрэнк есть. Я все понял. Так, подожди-ка. Давай. Пайперов и кашет. И красиво мы забиваем голы. Ну, ребят, честно, мы играем 3 против 2, поэтому такой результат у нас. Так, замедляем. Фрэнк от нас уже не уходит. В принципе, до свидания. Пушечка моя всех вынесла. И все. Давай. Лупи. Куда бьем? Давай мы в тот уголочек. Оп. Да ладно. Каким образом? Как? Как они поймали? Я не знаю, как он успел выйти. Там просто миллиметр должно было все это сработать. Моя ошибка. Надо было дать пас. Вот не дал пас. Пожадничал. Тихо. Так, минус один. Так, наш Фрэнк пока что находится под атакой. Давай, я помогаю. Бросаю пушечку. Замедляю пушечкой. Хорошо. Пошло. Наваливаем неплохо. Так, все, Фрэнк с ультой. Там пайпер просто получает трендюлей. Так, давай. Я поспешил, я сдвинулся с места. Ладно, вот теперь я не промажу. Тихо. Вот теперь я не промажу. Я просто занес мяч. Не, ребят, прикольно. Скинчик, спасибо разработчикам за скин. Я доволен, что я удостоился поиграть один из самых первых в мире на этом скине. И у меня теперь он есть. Конечно же, я теперь буду идти и прокачивать своего новенького бравлера Нани. Нафиг мне это сейчас дался скин. Но видосик все равно я выпущу, покажу вам. Где это Нани? Вот вы видите? Вот, я вижу. 10 силы. Хочу качать 600, может быть 700, может 800 кубков. Посмотрим. На этом все. С вами был как всегда Робзи. Ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и покедова!